Иисус, я Итан. И сейчас вы смотрите на интерпретацию реальности. Это голые числа, которые софт преобразует в визуальное представление заснятых моментов. Это данные. А данные могут быть повреждены. Если убрать визуальный слой, чтобы увидеть, что под ним, вот что мы получим. Атомы кино. В этих атомах вся информация, описывающая данные видео. ПО, которым редактировали использованная музыка, название составных видеофайлов и это, само видео, которое вы сейчас смотрите, сырые данные того, что было записано и еще не было обработано в софте, чтобы стать движущимся изображением, которое мы можем дешифровать, которое можем увидеть. Если это то, что получается после записи, то что делает камера во время записи? Почти каждый цифровой сенсор, захватывающий изображение, сначала собирает свет на фотосайтах. Чтобы визуализировать это, используем Итана в качестве красного фотосайта, Хилу как зеленый и меня как синий. Но на сенсоре больше, чем три фотосайта. Гораздо больше, ведь эта камера записывает в разрешении 8К. Истину глаголишь, Итан, поэтому надо умножить нас на примерно 11,6 миллионов раз. В этом сенсоре примерно 35 миллионов фотосайтов. Половина зеленые, четверть синие и еще четверть красные. Зеленые сайты преобладают, так как зеленый свет примерно в два раза больше влияет на наше восприятие яркости, чем красный и синий. Если взглянуть на видимый спектр, наши глаза гораздо более чувствительны к оттенкам зеленого. Но вернемся к фотосайтам. Они своего рода ведра, собирающие фотоны. Есть красный, зеленый и синий, которые пропускают только нужный цвет, отфильтровывая два остальных. Затем происходит считывание электрического сигнала, его оцифровка и сохранение в цифровой файл, который мы видели ранее. И вот что получается в итоге. Сетка RGB. Если посмотреть с достаточного расстояния, то будет похоже на почти полностью цветное изображение. Но вблизи легко увидеть каждый отдельный пиксель. Чтобы получить полноцветные пиксели, проводится алгоритмическая обработка, демозаика или дебайринг. Считайте это смешением цветов, когда берется определенное значение каждого фотосайта и смешивается с другими, чтобы получить цвет вокруг него. В итоге получается изображение, выглядящее реальным. Наши глаза гораздо лучше воспринимают яркость, и не так хорошо цвет. Именно поэтому регистрируется больше зеленого, поскольку так лучше отображается яркость. И еще поэтому вы могли не заметить, что красные и синие каналы все это время были размыты. Теперь другой пример. Какого цвета эта клубника? Красная. Красная. Если вы ответили, что красного, то вы ошиблись. Это изображение создал профессор психологии Акиоши Китаока, и оно показывает, насколько слабо мы обычно видим цвет. Каждый пиксель этого изображения серый, а некоторые серые с небольшой примесью зеленого. Наш мозг в каком-то смысле занимается цветокоррекцией. Он берет воспринятый синий и предоставляет нам то, что похоже на красную клубнику, даже когда она не красная. Но откуда мы знаем, какой цвет какого цвета? И откуда это знает сенсор камеры? Мы знаем, что это фиолетовый, оранжевый, желтый и розовый, потому что нам так сказали. Кто-то когда-то сказал нам, какой цвет какого цвета. Так откуда сенсору камеры известно про цвета? То есть, как эта камера, записывающая сейчас, знает, что это синий? И еще важнее, откуда она знает, как он выглядит? Цвет — это ощущение, и у каждого они разные. В 1931-м Международная комиссия по освещению разработала математическое ограничение человеческого цветового зрения с помощью обнаружения связей между тем, что люди физиологически видят в качестве цвета, психовизуальными исследованиями и длинными волн видимого спектра. И вот оно. Цветовое пространство CIE-1931XYZ, диапазон человеческого зрения. Существуют модификации этой модели, но 1931XYZ
цивилизации это по-прежнему широко используется. Еще она известна как цветовая модель, что буквально означает качество цвета независимо от яркости. Вы могли видеть что-то похожее, когда покупали ноутбук, телевизор или монитор. Здесь показано, какую часть этой диаграммы цветности может воспроизвести устройство. Сенсор нашей камеры откалиброван по стандартному диапазону цветов с использованием сырых значений для вычисления цвета. Так что в вопросе запечатления реальности сенсор камеры превосходит наши глаза. Он охватывает больше, чем мы можем воспринять. И именно поэтому у каждого разная реальность, так как каждый по-своему воспринимает цвет. А вот сенсор — нет. Если у вас и у меня одинаковые камеры, снимающие одно и то же с одного ракурса, они запишут одинаковые сырые данные. Но наши глаза, наш разум обработают их по-другому, чем человек рядом с нами. И все же это видео нереально. Каждый цвет, захваченный камерой, в итоге был отфильтрован, и в зависимости от вашего экрана, цветность и яркость будут разными. И ваши глаза воспринимают их по-разному. Сырые данные, что мы видели ранее, ближе всего к реальности снятого изображения. Все, что идет после — интерпретация. Процесс, который при достаточном числе итераций полностью изменит увиденное нами изначально. Но для наших глаз — это реальность. Thanks for watching. Hey there. Hey, thanks for watching this video. You know, you should go over to H3H3 and check out a video they made. Ethan, Hila, what is that video? Well, we made a great little spoof with your boy here, where we auditioned to be Vsauce 4 successfully. We've got a bunch of adventures you're gonna learn on. It's very educational, so make sure to smash that annotation button and come and jump on over to our channel, H3H3 Productions, featuring your boy here, Vsauce. And Michael Stevens. Oh, yes. So it's a whole footnote, Michael Stevens. Yeah. Footnote. Very small. So footnote. Smash it. Thanks for having us. Hey, thanks guys. Hey, come on. Goodbye.